что взять с собой в отпуск из уходовой косметики. Вот средства, которые, на наш взгляд, должны быть в каждой косметичке в отпуск. Наш выбор для активного солнца – крем-мультипротектор SPF 50. Он быстро впитывается, не выбеливает и не забивает поры. Очищение в отпуске очень важно, так как вы наносите SPF, потеете, отдыхаете на пляже, где много песка. Поэтому возьмите успокаивающий гель для умывания. А для увлажнения – сыворотку 3D-увлажнения. Она глубоко увлажняет кожу и устраняет ее обезвоженность. Если увлажнения от сыворотки недостаточно, добавьте крем NMF Protection. Не забудьте взять тоник Keep Calm Toner, чтобы использовать его как освежающий мист в течение дня. Он увлажняет кожу, успокаивает и снимает воспаление. На случай ожогов, мелких травм, укусов насекомых или аллергических реакций положите в косметичку гель интенсив регенерация. Если у вас проблемная кожа, возьмите сыворотку Stop Acne, чтобы быстрее убрать неожиданные воспаления. Подходящие вам средства можно подобрать и протестировать у нас на бесплатной консультации в Центре диагностики кожи Гельтек. Как у нас найти, смотрите в описании.